Да, да, я. Все. Что ж, ребята, сегодня мы играем на карте Халберы. К сожалению, нам не выпала моя любимая карта Халдор, но сегодня мы постараемся взять охуительный, не с конца, хочу заметить, топ-1, ребята. Ну, да, ребят, добрый вечер. Сегодня нам будет немного сложнее, потому что мы будем играть сегодня от первого лица. Денис, тебе слово. Ну что, ребята, панзарим. Бля, чувак, я нечаянно рану парашют слишком раскрыл. Ну ладно, я думаю, зрители это простят. Кстати, вот, мы можем... Хорошо, что не поздно, хорошо, что не поздно, братан. Вот я прям к этому, блядь, огромный... Я прям на крышу, на крышу. Так, давай вместе, братан, главное вместе. Давай, Джонни, давай вместе. Во-во-во, я вижу, там, кстати, хорошее оружие уже. Ебать, не туда приземлило, ёпт. А, нет, туда. Как? Что? Вы ребята, это видели? Ну, это, как говорится, оптимизация, все нормально, ребята. Вин нашел. Это официальная версия PUBG, да, все нормально, все отлично просто, блядь. Так, все, ты слышишь уже? Он вам не Fortnite, ребят. Коряк, чувак, коряк, слышь? Ну, у меня коряк для бомжей, вин называется. Да? Коряк, это знаешь? Коряк для нищебродов. Коньяк, да. Коряк для бедных. Да. Это как PUBG для бедных Fortnite, чувак. Нет! Нет! В комментариях. Нет! Рулит! Нет! Так, ладно, я в не... Это ты разбил стекло сейчас? Да, сейчас ебал еще разобью, сука, за такие выебаны в Fortnite! За такие шутки, да? В зубах бывают промежутки. Кстати, я нашел малую аптечку, уже хорошо. Не, ребята, он на самом деле Fortnite это замечательная игра. Только дизлайки не ставьте, пожалуйста. Только в нее играют одни нищие, да? Так она, в принципе, охеренная. Скажешь, Томас, а как же нинджа? Он явно не нищий. Ну да. Ну, ребята, он прикидывается богачом. Тут вы меня подловили, да, я скажу, слышь? Все. Ну что, ребята, давайте, поехали, как говорится. Богачом, чувак, блядь. Ну, у нас же получается как-то. Если очень хорошо мне даже прикинуться, и то, блядь, не поверят нахуй, чел, блядь. Как бы я ни прикидывался, я просто выгляжу. Ой, смотрите, ребята. И он сидел вчера, говорил, блядь, вот вчера немножко Ламборджини свою погнал, я говорю, об свою вторую Панамеру, блядь. Да это опять я о своих Жигулях. А, кстати, тут есть второй шлем, чувак, я могу. Да, тут перестрелки рядом были, давай сейчас внимательно слушай. На втором этаже, где балкон, там, короче, шлем для второго уровня, ребят. У тебя сейчас... Кстати, тут мухи, ебать, тут комары, прикинь, в туалете, блядь. Почему не мухи, а комары? Братан, я тебе хочу немножко сказать такую неутешительную новость, тебе пора помыться, блядь. Чувак, комары... мне уже давно пора помыться, но я сейчас реально не перепутал, это реально комары в пубке, они около меня. Так. Я нихуя не нашел, сука, вообще я, ничего. Я, кстати, ребят, я хочу в комментариях у вас спросить, да, действительно, у зрителей, как вы относитесь, вот смотри, если бы баба была, давай я тебя вначале спрошу и одновременно зрителей, да, чтобы давай, ты ответил. Ты понял. Ну, мне интересно, ребят, честно, дискуссия. Да, как бы ты отнесся, вот, например, ты видишь симпатичную, красивую бабу, да? Так. Но от нее, так скажем, ну, не очень пахнет. Ну, знаешь, типа она не так часто моется, окей? Mm-hmm. Ты бы смог встречаться с такой девушкой? Ну, она, да, попахивает, ну, ты бы ей сказал, она, может быть, помылась, там все дела. Но вот изначально бы от нее пахло. Какое у тебя было бы впечатление? Ты мог бы дальше с ней встречаться? Нет, конечно, просто... Блядь! Сучара, блядь! Извини, чел, я реально, сука, просто на реакциях MLG, знаешь? О, на реакциях! Нихуя на реакциях! А какая хуяная реакция, смотри, блядь! Ты чё, ебанулся, что ли? Всё, давай без этой хуйни, брат. Моя реакция, ребята, будет... Не, ну честно, если сказать, ну все прекрасно знают, даже самая вонючая, самая пропотная. Девушки все равно моются. Вот как бы ты ни хотел, братан. Вот она может сидеть целыми днями дома. Она может целыми днями сидеть. Она может сидеть пердеть, как говорится, вот это вот. Да. Ну, понимаешь, какая пердим, блядь. Вот именно это ее девиз по жизни, да? Знаешь, такой стримерша такая новая, и у нее в описании сидим, пердим, да? Играем, блядь, в летсплей. Нет, на самом деле, ребят, я просто к чему это вел? У меня действительно, я встречал, ну не то, что встречался, спал с девушкой, да? От которой, ну, были реально, ну, такие запахи, ну, пота, понимаешь? Да он стрелочник, ребят, он стрелочник. В смысле стрелочник, блядь?
В смысле? Подожди, стой. Ты хочешь сказать, это от меня перло? Я не хотел так сказать, я напрямую тебе сообщил об этом. Вот сука, блядь. А потом дружи с ним, блядь, нахуй. Он мне просто, знаешь, обычно у друзей это как-то, знаешь, с намеком. Братан, да блин, забей, типа, будут на твоем счету еще много баб. А ты такой напрямую, это, наверное, от тебя перло. Просто да, ты, пидорас, вместо того сказал, что с женщиной спал, ты не забыл сказать, что это я был. Ты забыл, наверное, блядь. Я в ту ночь, ёб твою мать, я в поту сидел, блядь, терпел, думал, блядь, это хуйло даже не проснется, дружище, ему даже похуй. Дружище. А он, оказывается, лежал, делал вид, что спит, блядь, и вот это, нос заткнул, типа, фу, Джонни, ебать, я тебя пасет. Он так сказал, я сам реально охуел. А оказывается, этот пидорас реально, вот знаете, когда лежит парень, иногда, знаете, один ногу любит там закинуть на бабу, это другое. Этот взял, как, знаете, ангелов... Хуй закинул, блядь, через плечо. А ангелов, знаете, зимой делают на это лежа. Он вот так разлегся на кровать и давай, Джонни. Ебать, подожди, выйди. Меня убили, нахуй. Здесь прям за дверью, справа. Справа, да? И вдыхай, Джонни, ароматы вот это вот. Пизда. Ароматы вдыхай, Джонни, вот это вот. Неделю не мылся, аромат. Итак, ребята, еще одна попыточка, да, Джонни? Джонни, тебе слово. Халберы, привет! Мы здесь, ребята. Халберы, мы не сдаемся. Да, с первого раза нас чпокнули. Но сейчас, Джонни, мы возьмем топ-1. Давай, тебе слово. Давай. Братан, мы сейчас летим на те самые ангары, где мы, как неудачники, наебнулись в мотока. Нас расстреляли сверху. Поэтому давай, ребята, на повтор. Готовы? Давайте, приготовьте свои камеры в комментариях, ребята. Камеры приготовили, надеюсь, все. Кто у нас фотограф? Знаешь, Иван Горохов, да, залогинься. А есть маленький, да, Иван Горохов. Даже никто комет не успел оставить, ты уже проще кого-то залогиниться, да, отлично просто. Давай тогда, ты левый ангар, я правый, да? Тут один есть у меня чувак. Я вижу, левее. Я вижу, у него уже нож на тебе. Калаш, Джонни, калаш. Блять, братан! Третья броня! Тихо, братан! Минус один. Хорош, чувак. Пока, братан. Бам! Братишка, тут для тебя броня второго уровня. Опа, для победителя. Winner, chicken dinner, my friends. Третий уровень для тебя, братан. Опа. Тут двое, три уровня. Опа, быстрее, бегу, ребята. Как Джонни, будто, быстрее ко мне зовут, как будто, знаете, играете в онлайн-игру, и вас мама кушать зовет. Да, я не могу на паузу нажать, мам. Ты заметил, ты победителем по киллам, а я победитель по луту. Мне всегда с лутом, блядь, охуенно выходит. Но ничего, по киллам я тебя сейчас застрелю, и буду я победителем по киллам. Да. Опа, блядь. Да, я. Ребят, давайте, напишите в комментах, что мой дизреспект. Пиздец. Какого дизреспекта, блядь? Не, давай лучше Шрауда, чувак. У нас, знаешь, это уже прижилось. Да, ребят, мы же скучные такие сидим, блядь, нихуя не пиздим, мы Шрауд. Кстати, Джонни, как ты идешь на нового Венома, а? Подожди, стоп. Конечно, иду. Дожить бы до Венома этого нового, ребят. С такими просмотрами далеко не доживем. Джонни намекает, типа, зовите друзей на наши каналы, да? Серьезно, чуваки, вот скажите честно, в комментариях объективно напишите. Вот вам же не скучно смотреть? А комментов не будет, потому что все ушли до этого момента, пока я сказал. Не скучно, братан, нихуя не скучно, заебись, весело, охуенно. Да, Джонни, не скучно, но друзей я не позову, блядь. Не, серьезно, чуваки, как бы никак это банально не звучало, но серьезно, хоть вы лайки ставите, комменты и друзей зовете, это реально помогает продвижению нашего канала. Ребята, вы наши SMM-пиарщики. Подожди, тут двери открыли, это ты бегаешь тут, да? Да. Подожди, тут кто, двери были открыты, кто-то, слышишь? Кто-то здесь был, кто-то, ой, в раздевалочке кто-то модный был. Ну, возможно, кто-то тут есть, да. Ладно, давайте, ребята, пиздёж, закрыли мы ебало, будем сейчас скучными хулайонами, но... Опа, ты разбил стекло. Да, я. Все. Я, блядь, хуею. Это никто не понял, да? Может, кто-то понял, да? Может, кто-то... Бля, ребят, извините, пожалуйста. Не знаю, но это правда получилось случайно. Ты
прикинь? Сейчас пишут, что подписчиков просто с непонимающими ёбами сидят, ничего не выкупают, а чё этот дебил ржёт, нахуй? А некоторые, мне кажется, выкупят, да? Да-да, вот кто выкупит, так. Молодец. Молодец. И на тебе, маленький ребёнок, огурец. Я люблю, когда маленькие дети смотрят. Такими, знаешь, непонятными лицами. А чё эти два алкоголика творят в этой игре, да? Я пойду так же. Нужно играть, эти бегают и угорают, блядь. Играть не умеют, блядь. Ни в одну игру, сука. А выебонов выше крыши, блядь. А выебонов выше крыши, на самом деле, да? Смотри, вон там. Давай, 68 живых, дружище, мы уже в топ 60. Все, отлично, отлично. Кстати, если найдешь хоть какой-то прицел, скажи мне об этом. У меня вообще прицелов нет. А, блядь, я думал, я нашел. А что у тебя? О, братан, так я еще заткнул-то свои ебало. Глушитель! Увеличенный магазин! О, брат, ну это за тебе респект. За тебе, да. Ебать, я осталось только прицелы и вообще просто топово. Братишка, спасибо тебе огромное. No problem. Это же глушитель, это охуенно. С калаша меньше разброса зато будет, слышь, братишка? Ну, разброс и тише, и тише. Но еще знаешь, что проблема? И тишина, и косы с мертвыми стоят. Поэт проснулся. Да-да-да. Это уже не Томас, это уже Андрей Фет, блядь. Братан, где транспорт, где же где-то лежал, помнишь? Не знаю, где может быть. Был? Да. Давай найдем нам сейчас реального... Ну я правее сейчас иду, посмотрю, может быть там что-то полезное есть. Опа! Едет тачка, едет. Вижу. Фиксирую на 350. Не, у меня... На крыше! Сейчас. Пам! Пам! Ранил. И в кого стреляешь? По дороге стреляю. Пам! Они в непонятках! Они все заметили. Да, я тебе помогу. Быстрее. А прицел у тебя нет, да, никакого? Не, я с дробовика, братан, по ним шмаляю. Если увидишь прицел, говори мне об этом, хорошо? Давай, братан, я вдаль шмаляю. Они, короче, испугались. А, нет, они за транспорт. С дробовика. Давай, братан, давай, на 350 работай. На дороге стоит, за машиной. Я вижу. За машиной прям. Давай. Все, по колесам. Давай, сейчас я попробую. Но у меня патронов на самом деле немного. Блядь. Не, чувак, это бесполезно. Не, все. О, все, их расстреливают нормально. Не сдаемся. Опа! Блядь, да? Здесь, под нами прям есть. Давай, пошли. Где, правее. Да, за мной, на сто, прям под нами. Я вижу тебя. Прям под нами. Говори, где. Сейчас ебанем. Где-то на 110. Ебать, там перестрелка. Давай, пошли, аккуратно. Я пока никого не вижу, чувак. Они на 100, они на этом заводе, братан. Дальше. Вон, ко мне, беги. Вот сюда. Вот здесь есть. Вон там чувак перебегает дорогу на 65. И тут на заводе есть кто-то. Давай быстро на завод забегай. Работай. Я никого не вижу, блядь, брод. Брод. Вижу одного чувака, слышь? Вижу. Братан, ко мне, пожалуйста. Он туда забежал, там через дорогу один пацан, слышь? Я одного вижу, братан, подожди. Давай, бля, колено болит. Ёб твою мать, не вовремя, сука, сейчас я встану, подожди. На! Минус один. Ёбнул. Там еще один через дорогу, его дружбан. Точно его дружбан? Бать. Все, я, короче, двоих убил. Подожди, суммарно. А ты через дорогу убал? Не, он прям здесь лежал. Оставь его тогда. Слышь, мышь, у него прицел. Да, у него 4х, отлично. Отлично. Так. Давай. Пострелять что-то. Юм хотя бы возьму, Очки есть для зрения. Так, отлично, все. Круто. И аптечку. Все. И аптечку, блядь. Все, отлично. Вон там через дорогу еще один чувак будет, слышь. Подожди, где он? Откуда стрелять? Справа где-то стреляет, 120, походу. Давай, посмотри. Подожди, братан. Не могу посмотреть. Во, вижу! Где-то? На 100! Давай, на все 100! А, вон, вижу, давай. Да. Аккуратно. Давай. Давай, выйди. Здесь сзади, походу. Да, сзади кто-то бля, есть. Пизда, чувак, упал. Минус... Блядь! 54 выживших. Ёбаный ты рот, ну это пиздец, сука, пиздец, блядь. Я в него полную обойму дал. 54, да? Ребят, короче, очень жалко, но мы сейчас, короче, границу с Мексикой пересекали, у нас GoPro-шки отняли. Нам придется серо от третьего лица, ребят, играть, к сожалению. Невозможно, реально, просто GoPro-шки отобрали, нельзя теперь от первого лица нам снимать. Ну, теперь, а кто теперь нас снимает? Мне вот это вот интересно, слышь, братан, блядь? Иисус Христос, блядь? Иван Горохов, спасибо. Слышь, если Бога нет, да, да, то кто нас снимает, дружище, блядь? Такой вот вопрос, да, интересно даже для зрителей. Зрители, добрый вечер, дамы и господа. Меня звать Томас, его зовут Джонни. И сегодня мы играем от третьего лица на данный момент. Попытаемся взять... Давай себе реально поставим планку, будем двигаться к ней. Берем минимум топ-7. Минимум, хорошо, минимум. Все, ребят, работаем. Поставили планку
чекнули в башке, ребят, запомнили и... Но вы запомните вместо нас, пожалуйста, ребят, все. Да, потому что у нас с памятью проблемы, да? У обоих. Одновременно. Да, вы скажете: добрый вечер, дамы и господа, также господа и дамы, меня зовут подписчик Томаса и Джонни, и мы, в принципе, готовы запоминать все ваши действия. Ебать! Бандикам нахуй запоминать, вот подписчики будут запоминать. Да, зачем бандикам хуесос, блядь, хуй там пиздит, блядь. Короче... Знаешь, что бандикам лицемер, блядь. Снимает одно, видно с другое вообще, я хуею, блядь. Короче, тут есть дробовик для тебя, я мини нашел, рюкзачок есть. Не, у меня обрез есть. Я с обреза люблю вырубать, я новый вырубальщик обрезов. Я ворошиловский стрелок, ребята, если что. Так, мне бы прицел какой-то, у меня снайперка пиздатая мини. Мне бы в небо. И смотри, что еще, тут никого пока... нет, никого. Полная хуйня. Блядь, дружище. Ты напугал, выстрелить хотел кого-то. Да. Ну реально, пока полный. Ну вот рюкзак первого уровня, аптечка еще одна. Второй броник, отлично. Зато у меня с аптечками, братишка, вообще нет проблем. У меня две аптеки, 6 бинтов, 1 энергетик, чтобы у кого аллергия на энергетик, сразу выпил, оп, и все. Да, опа, да, и сдох, блядь. Так. На этом катка закончилась. Ебать, эмки, брат! Опа! Бегу. Бегу. Две говёные, ну ладно, по одной возьму, слышь. Я тебе половину патронов оставлю, короче. Спасибо, я тогда в пизду этот дробовик, я в принципе тогда буду... Да, дружище, смотри, прям они две скрещенные лежали, я тебе серьезно говорю. Не просто так, не просто так. Броня, отлично, у тебя есть броня, да, второго? Нет, да, второго есть. А, да, второго, у меня тоже двойка, чувак. Ну что, братан, давай тогда выдвигаемся потихоньку, мы сейчас ищем транспорт, потому что мы не в зоне. Нет, в принципе, для начала лут неплохой. Охренительный. Для начала вода. Кстати, слышь, я такой тебе хотел вопрос задать. Как ты думаешь, есть ли действительно скилловые бабы по ПБГ? Твой вопрос. Конечно есть. Это мы, да? Ну, это была слишком очевидная шутка, я решил не шутить так. Да. Решил забить, да, на это? Да. Не, ну... Если смотреть реально физиологически, ребята, то бабы, какими бы они красивыми, хорошими не были, они не могут быть... Милыми, вы делаете... Не, как говорил, знаешь, Андрей Фет, знаешь, такого поэта, да, может быть, да? Нет красивых баб, есть просто страшные уебища. Ладно, шучу. Не, просто... Давай левее, Матак, еще взять. Левее. Развернись, мотак. Вот сюда, да? Да. Еще. И вот. Да, я знаю. Развернул. Нормально. Ну, ты сказал правее. Да. По дороге вот это езжай, все. Просто физиологические реакции там и тому подобное. Лучше, чем у парней, невозможно. Это уже, ребята, на природном уровне, поэтому. Ну. Извините. Сейчас остановись. Тормози. На остановке! Да. Шмоцик взять. Да, шмоцик. Ну ебать. Ребята. Я как бы никак смертельный номер сейчас буду показывать. Блядь, но показал Томас. Что за хуйня? Я же тормознул, блядь. Брат, я тормознул, я клянусь, что за бред сейчас был, блядь. Ты тормознул сейчас, а я в развитии 11 лет назад тормознул. Блядь, чувак, ну это реально обидная хуйня. Ладно, сейчас аптечку одну заюзаю, блядь. Ну это реально пиздец, чел. Тюши, ряйца, вы посмотрите. И на ролики, не стыдно. Я думал, ты меня сейчас убьешь, нахуй. Знаешь, ах ты, ёбаный наркоман, блядь. Госнаркоконтроль, блядь, и сразу на нахуй. Добрый вечер, да? Опа. Так, куда ебашим, чувак? Братан, на тот свет. Смертельный номер. Не, давай в чумачечью попробуем. Хорошо, злотаться. Давай. Я тебе поставил хорошо, метку. Хорошо, братан. Давай. Ебать, нет, не настолько круто, блядь, Джонни. Ебать, ты что делал сейчас? Я ж охуел, я думал, нам пизда пришла, брат. Давай немного, рули, братишка, блядь. Немного так выруливай, чтобы красиво было. Ну я красиво сделал. Красиво делай, красиво будет. Да, так говорят моя гопота с района, блядь. Ты прямо их цитируешь, нахуй. Ну, братан, ты многого не знал, какая у тебя гопота была там. Да. И ни разу со мной пидорас не поздоровался. Да. Опа, сейчас красная зона, сейчас смотрите. Давай. В Дискорде каждый день здороваемся, блядь. Кто сдохнет, тот лох. И оба сдыхаем в этой красной. Да. Так мы оба и сдохнем, если в нас попадет. Это логично. Мы в одном транспорте находимся. Аккуратно, сейчас опасно, очень опасно. Джонни, ты должен был сказать, так, не умничай, блядь. Ладно, не умничай. Нормально. Джонни, блядь, не умничай. Да я все под контролем, у тебя все сердце уже, наверное. Я, кстати, помню, мы на этот, знаешь...
аэродром приезжали, там пацаны с парашютом прыгали. И я как-то у двоюродного брата, он меня посадил спереди на мотак. Я, короче, где-то по сотку гонял, он боялся, думал, все, пизда, блядь. Он говорит, Джонни, нажми на вот эту кнопочку. Я говорю, зачем? Ну нажми, нажми. Я нажал, и там, знаешь, то ли передача и переизменилась, то ли еще. Но я, короче, где-то по двадцатку уже ездили, по десятку. Эта кнопочка, слышим, не Ким Чен Ына была вот этого, блядь. Обама, кажется, ты доволен? Да, Обама, ты доволен? Теперь пол Америки нет, нахуй. Обама, ты доволен, блядь? Так, мы почти... Хотя можно и тут залутать. Да, давай. Тут перестрелка была. Я слышал выстрелы просто. Да? Да. Дружище, мы идем на пом. Мы, знаешь, охотники. Опа, и впарканулись. Опа, видишь? Ебать, слушай. Брат, тут жалко прицелов нет, это минус. Да. Сейчас я попробую сверху их как-то увидеть. Нам. Блин, у меня из-за геймпада... Блин, этот... блинский. Наберем 1 000 000 лайков, ребят. Ладно, хотя бы 10, пацаны. Хотя бы 150. Не, я просто у меня из-за геймпада прицел фиксируется. Опа, едет тачка! Едет, прямо на нас! Тихо, стреляют. Я слышу, братан, ебать, смертельный номер они сделали! Джонни, тихо! Ебать, прям рядом, где они, блядь? Братан, по мне работают. Все. Сиди на месте. А на крыше, 30 крыша. 30, понял. У меня не видно. Казино. Минус в голову, блядь! Тихо, Джонни. Ебать, все, я убил, нахуй, сосать. Ребят, извините, я дико извиняюсь. А, там один был, да? Все, он сразу упал, без нока. Типа я его не нокнул. Там пацаны смертельный номер вытворили, я одного покоцал тоже нормально. Ну тут все, кстати, облутано. Подожди, братан! А, это ты был, все нормально. Все. Да, мне один хотя бы говёный прицел, я бы уже был рад. Тут семерочки, кстати, лежат, если тебе надо возьми. Так, братан, давай на... Опа! Ебать, стреляют! Где, откуда, я хуй знает? Это с... блядь, это два пати стреляют по нам. Блядь, сука, у меня... Бля, меня расстреливают, пиздец! Подожди, стой, спрячься! Братан, спасибо. Ты бежишь? Блядь. Подожди, стой. Вот, откуда, я понял, они сверху где-то, чё. Да? Ебать, короче, где-то... Не, просто три, по мне два человека. Смотри, тихо, брат. 240 и 300, подожди, дай выбегу. Это ты идешь? Братан, сейчас тебя убьют, нахуй. Блядь, тихо. Не спалери. Я понял, сзади. Не спалери. Все, слышу. На 350. Понял. 350, ну это нормально так. Опа, они слышу. Чуть типа сверху, да? Хуй знает, братан. Во, вижу! 350, это блять! Сверху, брат. Ранил! Ебать, Джонни, пизда. Братан. Стой, я иду к тебе. Давай, я спускаюсь аккуратно. Давай. Тихо. Оп, все, можешь поднимать. Он идет? Безопасно. Не, он на крыше, он на балконе был. Все, понял. Поднимаю. Ребят, вы не смотрите на интерфейс, если у меня... Я на геймпаде... Опа. Тихо. Пизда. Граната, хаешка, пизда. Не, пизда, нихуя. Все, Джонни, вставай. Лечись. В дом иди, в дом. Да. В дом иди. Я вот сюда лучше звонить, сюда. Дом иди. Тихо. Прислушайся, они пока не знают, где мы. Сейчас эти пидоры будут мертвы, я тебе серьезно говорю. Блять, на крыше еще один, на стол, прямо у меня тут. Подожди, настольник, да? Да, на крыше, казино. Тихо, тебя ёбнули, что ли? Не-не-не. Ёбнули, нет? Я сижу тут. Да, я понял, они оттуда, походу, и палили, чего. Ну, по мне два человека палило. Ебать, тихо, сука. Один, походу, идет сюда. Не стой. Стой на месте. Главное, не вздыхай, брат. Я постараюсь. Главное, не вздыхай. Опа, на 80 в казино стреляются. Нам нужно казино пойти, братан, там очень много лута. Казино. Давай. Заходим аккуратно в казино. Тихо, осторожно, реально. Главное, чтобы нас как собак не перестреляли, нахуй. 46 живых. Казино, братан. Полетели. Давай, заходи. Вверх смотри, казино. Второй этаж казино, где-то кто-то должен быть. Да. Заходим. Тихо. Неси, все нормально. Во, вижу казино! 30! Окно! Вон, выбежал! Бежи, тихо. Бля, косой хуило. Тихо. Все, братан. Вон он. Блять! Давай, ебаши, братан, я тупой. Убей его. Вон он. Ебать, как? Бля. Что за бред, блядь? Ну это пиздец, что? Пиздец. Пидоры ебаные. Сосать, пидоры! Пидоры! Сука! Типичный школьник, играющий в ПБГ, да? Сосать, пидоры! Пидоры, сосать! Не, еще. Сосать! Чтобы шепелявить и картать. Да. Импала, давай. Давай, импала. Знаешь, такой урод сидит, очкастый. Раз, два.
пидор сосать! Скажем мы в конце катки, ребята. Сосать, пидор сосать! Давай реально так скажем, чувак. Мы как маленькие школьники, ребята, будем вот так. Да, сосать, пидор, пидор! Полную катку, знаете, будем еле-еле потом. У нас будет сердцебиение 140 BPM, блядь. А потом в конце. Изи! Изи! Не почувствовал нихуя! Это когда я босса убиваю полтора часа, я также в Resident Evil говорю: сосать, сосать, пидоры, блядь! Легчайше! О, чувак на крыше, блядь, у меня тут чувак мам, на крыше. Мам, мам, нет, мам! Мам, блядь, я сказал, блин! Мам, я сказал, блин, а не блядь. Ой! Опять сказал. Мам, я блин сказал. И потом сковородкой... Минус сын, блядь. Сосать, пидоры. Пидоры сосать. Братан, сейчас мне покажется ёбнут, блядь. О! Кто-то ебалом сломал. Я же говорю. Слышь, кто-то ебалом щелкнул. Братан, это я ебалом щелкнул, мне больно. Я вин нашел. Опа. Для нищих. Братан, дай мне. Я, кстати, еще переоделся в майку алкашку белую. Такое чувство, как будто алкоголик, блядь, зашел поиграть нахуй. Ни хрена у тебя чувство реалистично. Полное погружение. Спроси, в VR ли я сейчас. Братан, у меня сейчас. Я ору, блядь, сейчас ебучку тут сломают. Подожди, не надо, реально, Джонни, такое охуенное начало, блядь, и такой хуёвый конец будет. Лучше не надо, Джонни. Лучше вначале крикнуть. Сосать, пидор! А, блядь! А, нет, это я упал. Это я сам, это, блядь. Ебать, я испугался, пиздец. У меня сейчас давление на 100 на сотку подскочило, блядь. Ребят, я третий уровень, кстати, рюкзака, я могу, блядь, лупачу. Мы хоть и взрослые вроде как, но мы старики уже, у нас все. Братан, тихо, у меня есть. Мы хоть и взрослые, но мы старики, это не одно и то же, братан. Подожди, одну секунду, что у меня тут просто есть чувак. Сосать, пидор! Минус. Минус, хороший. Хэдшот. Хорош. У меня вин, мне с нечего стоять. У тебя есть какие-то оружия? Стой, давай я к тебе помогу. Где он? Блять, внизу, прямо перед тобой сейчас будет. Да, 320. Я вижу. Палатка, шурмечная, давай. Молодец! А, я убил. Молодец, Джонни, молодец! Сосать, пидор! О, с крыши упал нормально. Сосать, пидор! Братан, там еще на 210. На 210. Отлично. Братан, на 210 еще есть. А, меня кидают! Лол. У него не ничего интересного на самом деле. Братан, 210, а? Аккуратнее будь, пожалуйста, там еще. Я понял, 210. А где я его убил? Запомнил. А где второй, где умер? Хуй его знает, чувак. Ты его сам лутай. А я не вижу. У меня, кстати, из лута вообще ничего полезного. Одно говно сыпется, серьезно, блядь. О! Бегу. Убил? Блядь. Где он? Почти. Да, убил. Хорош. Убил. Давай ко мне быстрее. Он перед тобой, Джонни, быстрее, бегу, у меня хп вообще мало. Бегу. Ебать, я как косой. Он перед тобой, что ли, был, блядь? Да. Ебать, у него, кстати, более-менее оружки были, чувак. Я не братан, знаю, братан, там, слился. Блядь, одного не залутал, сука. Подожди. Дай мне хп. Мне хп. Мне Джонни, тоже надо. Тут есть, мне кажется, да? Да, братан, тут много есть. Я сейчас скоро сдохну, брат. Я тоже. Братан, давай уйдем с этого места. Давай, братан, только мне нужно, блядь... Ебать, я его еле как свина убил на... Ебать, Джонни, быстрее! Бегу! Быстрее, блядь! Джонни, мне пизда, нахуй! Сосать! Не пизда, тихо! Джонни, быстрее! Бегу! Спрячься! Спрячься, за кассой, спрячься! По мне работает, все, мне пизда! Джонни, давай, не сыпь! Тихо, братан, тихо! Все. Главное, не дай мне его убить! Ой, ему, меня! Ладно, не дам тебе. Похуй. Тихо. Давай, Джонни. У меня хилок ничего нет, братан. Давай. Вон он вышел. Давай, у него ВХ, Джонни. У, сука. Да? Давай, похуй, Джонни. Тихо, братан, все, тихо, братан, пожалуйста. На мужика. Меня сзади. Вон он. Давай, Джонни. Тихо. Молю. Давай, Джонни. Тихо. Хорошо, он сейчас может... Братан, подожди, я должен слышать его. Ладно, нам попробуй ничего не поднять. Остается. Попробуй поднять, Джонни. Что? Ты видел? Ты убил его? Ты видел? Я назад откинулся! Подними, блядь, долбоёб! Тихо.
Я назад отлетел! Я его ебало увидел, меня телепортнуло! Чего я не видел, нихуя? Давай, Джонни, Джонни, тихо. Братан, ты же видел, я внутрь заходил. Давай! Тихо, ты же видел, я внутрь заходил, братан. Да. Нет, у меня все нормально, у тебя лаги. Лол, я внутрь забежал, я его увидел. Он живой или нет? Да, живой. Вон он на втором этаже. Он на втором, да? Да. Братан, второй этаж, прям, может на лестнице сидеть. Я хуй его знает, я лечусь нахуй. У тебя есть хоть что-то? Да, я видел его. От меня слева, чувак, от меня слева. Давай, от меня слева. Я попробую вообще ебать. Братан, хилочка есть? Блять, Джонни, он тут будет, вот слева, левее, он сейчас был левее. Давай все двери закроем. Он вышел? Я не знаю, куда он куда-то ебнул. Он на втором этаже. Он выпрыгнул. Я его видел, понял, я клянусь. Выпрыгнул, все. Я его видел. Хилочки нет вообще, бинты. Нам нужно как-то съебаться отсюда, чувак, скоро зона будет. Я понимаю. Ты понимаешь? Да! Ебать, скоро зона, Джонни, давай как-то съебывать. Все, побежали, ладно, нам ничего не остается, все. Подожди, стой, не оттуда беги. Вот сюда, за мной, быстрее. Быстрее за мной, чувак. Бля, меня. Что за хуйня? Быстрее. Я пиздец улетел телепортом, блять. У меня тоже лагает, это сервер, чувак. Давай вниз. Пиздец, вниз. Ты прикинь. Ебать, это был пиздец, чувак. Это реально был пиздец. Не, чувак, я зашел домой, я был дома, и вдруг я на улице. Да. Это этот, блядь, сука, Дэвид Блейн нахуй вернулся. Наконец-то, да, я любил. Ебать, меня тоже лагает сейчас жестко, чувак. Пиздец. Я не знаю, это сервера по ВГ перегружены. Я же говорю, у меня перегрузка была. Это перегруженные сервера, это нормальная хуйня, чувак. Ебать, ну это пиздец серия пока что, да? Бля. Да, оружие. Ебать, нам транспорт нужно. Да. Жопу смотри на Альте. Да. Кто я, жопа? Бля, транспорт хоть какой-нибудь, хоть, блядь, Скуби-Ду. Впереди что-то вижу. Любой транспорт, вообще похую какой-то. Мне бы еще хилочку, братан. Мне просто одна пуля, меня нет просто. Давай, я бегу. Я пока буду искать, слышь, Джонни? Давай, тоже. Я пока буду искать. Я вижу, кажется, что-то впереди. Или это грузовик ебаный, я хуй пойму. Не, пока, по-моему, какой-то грузовик. Хорошо, ебучий. Второй шлем пока нашел. Бля, чувак, мне пиздец стрёмно, нахуй. Блядь. Нам нужно что-то, нам пизда придет, блядь. Нам пизда придет, я тебе серьезно говорю. Если мы что-то не найдем, надо куда-то к дороге, блядь. Так. Джонни, нам реально... Давай вместе, нам нельзя раздельно идти. Да. Бля. Чувак, это будет обидно. Ребята, это от страха, ребят. Да. Ебать, меня начинает тоже кекать назад, блядь, это пиздец. На дороге чувак есть! Блядь, двое! Не надо, бля. Тачка, давай! Где? Быстрее, Джонни, давай, нашел. за мной, давай. Пидорасов. Чувак, и на 230. Стариков, мы скатились по головам. Все, Альцгеймер, блядь, пошел. Да. Нахуй твое шоу. Давай, братан, быстрее, они там сидят, давай, они брат. Смотрят на нас. Меня лагает, блядь, сука, давай. Не лагает, в смысле, не игра, а сервер. Сервер, да, все. Да. Блядь, хилочку, пожалуйста, одну хилочку. Не надо, Джонни, быстрее, просто уезжаем пока. Ну я понял, там найти зона надо. Зона идет. Через блядь. Горы хуяч, блядь, вообще. Не, братан, я... По дороге, давай. Если ударюсь, то все, пизда. Я вдоль, ну по дороге нормально. Живых. Ебать, я карту открыл, блядь, чуть не въебался. Я одного ёбнул, кювет чуть не улетел, как фрусбол, блядь. Я двоих, братан. Я мог троих убить. Блядь, тот вообще, он какой-то, блядь, запутанный был, реально, блядь, это пиздец. Тот лагает, блядь, я его мог убить, я залагал просто, мне назад откинул. Это не он, ВХ-шик, это сервер там хуёвый. Но знаешь, в чем еще дело? Я, короче, меня как будто, знаешь, как будто ангел-хранитель спас. Меня как будто сейчас... Иисус Христос, Джонни, ты мой ангел-хранитель. Я когда одного ёбнул, да, меня второй нагнул. И ты тут, сука, прибегаешь, я еще там раком, блядь, полчаса нахуй бегал. Я тебе серьезно говорю, блядь. Ты представляешь, как бы, если бы у нас были бы тёлки, да, наши, собственно. Да, Джон? Прикинь, как бы они горды бы наши были. Мы против такого, знаешь, Короче, это видео, наше резюме. Пишите нам в директ в Инстаграм, пожалуйста. Да. Девчат, после таких каток, это знаешь, для девчонок, которые не шарят в ПБГ, после таких каток выживают только самые настоящие мужики, чувак. Поэтому, правда, да, ребят, вот сейчас, поэтому, все, поэтому вот видите, топ-50, сдохли, топ-50, да? Я хотел только пошутить, но мы пока не сдохли, Пока что хорошо, Джонни, я просто свина хуярил, у меня ничего нормального вообще нет. Свина, но не надо их хуярить, мы сейчас на халберах играем. Так, вот мы уже у зоны, да, практически? Нам нужно где-то облутать что-то, чувак, потому что у меня вообще по оружию хуйня. У тебя самое лучшее оружие, это что? Это эмочка обычная, блядь. А у меня вообще, у меня, братан, вин, блядь. И микро УЗИ, блядь, без патронов, нахуй. Представляешь? У меня патрончик есть для тебя.
А у тебя есть какое-то оружие, хоть UMP? Не, опа, все стреляют, блядь. Стреляют? Да, да, слева стреляют с глушителя, блядь, кто-то. Блядь! Я не слышал. Фу. Давай, уходим. Я хп ранил себе, пиздец, еще не сдох. Блядь, пиздец. Блядь, работает, братан, ко мне! Бля, пиздец, Жоник сюда, походу, да? Всё. Я не вижу его даже, блядь. Братан, братан, на 200, на 200, вон он, на вон соседний. Ко мне иди, ко мне. Я не могу, не могу, не могу, не могу. Он смотрит на меня, выглянул, ровно на 200. Ровно. Бля, пизда. По мне палец, сука, по мне. Это он меня пытается убить, я пытаюсь, братан, убей его нахуй. Он меня убьет, я не вижу, у меня прицела нет, ты понимаешь? Давай, Джонни, быстрее, ты сможешь. Быстрее, Джонни, чуть-чуть. Тихо, тихо. Подвинься, 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 подвинься. Да, да. Все, поднимай. Давай, 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 стой на месте. Ебать! Ебать! Ебать, Джонни, это. Тихо, тихо, тихо. Заткнись, пожалуйста, да, да, сейчас да. Заткнись, тихо, я буду будем тихо, слушать тихо, потихоньку. С возвращением, спасибо, с днем рождения спасибо, тебя спасибо. Новым, братан, блядь. Тихо! Ты меня тихо, спас, тихо, я тихо, тебя тихо. Спас. Бля, показал, что он есть. И дробовик есть, блядь, хилочка любая, пожалуйста. Я хочу жить. Вот, ну вот, бери, 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 бери. Мама, бери, я не бери, хочу умираться. Да, там умираться. А может быть вы хотите кушать? Братан, давай, не, не, давай внутри сидеть, да. Пока что. Согласен, пока опасно. Но у меня оружия нет, найди что-нибудь. Братан, дробовик могу... возьми хотя бы. Нет, у меня уже есть винка. Я наверху тихо, посмотрю. Тихо, может быть, что... Зашли, походу. Тихо, 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 ты слышишь? Походу, братан. У меня игра остановилась. У меня тоже. Алло. Чё, да вы чё, чего? Чего? Ну вы не гоните, мы чего? У нас игра остановилась. Чего? Я вижу, как он ходит, слышно? Я пытался двоечку взять. Я вижу, как в окно. Нас остановили, брат! Что за хуйня? За что? Бля. Что за бред? Нас забанило, что ли? За слишком охуенно. Что за хуйня, блядь? ПБГ, блядь. ПБГ, верни нам мать, блядь. Да вы гоните, что ли, лол, блядь! Я не могу... ОМГ, блядь, не, чувак, я хотел достать дробовик, смотрю, все, пизда, думал, вылетел, все. Бля, чувак, давай подождем, я не знаю, да, что за хуйня? Да, это пиздец! Я не хочу про... Ебать, озона! Вы о зоне подумали, долбоебы, блядь! Разработчики, блядь, 900 рублей, алло, нахуй! Ебать, вы че охуели, нахуй? Такой матч запороть, вы серьезно? Вы пиздец уебаны, мы столько раз выжили, благодаря Иисусу нашему Христу! Пиздец! Вы разрабы пидорасы! Разрабы, блядь. Ребят, хэштеги напишите, разрабы пидорасы! Вы посмотрите, мы в этой катке 100% взяли бы топ-1, 100%! Мы живем, сука, как ебанутые, мы блядь! Мы выложим эту катку, похуй, слышь, мы выложим, чтобы все знали, какие разрабы, ебаные пидорасы! Столько бабок вы не можете нормальные сервера поставить! Уебаны вы тупорылые! Пиздец, блядь! Я ничего сделать не могу, я мышкой шевелю, я блядь! Я тоже, он найти сервера, блядь, себе яхту купил, вы пидорас, блядь! Вы чё охуели, блядь? Вы чё охуели, блядь? Сука! Блядь, Брэндон хуй сука! Ай, ну такая охуенная катка, пидорасы, блядь! Блядь, пиздец! Всё! Время подключения стекло. Иди нахуй, уебан! У меня то же самое, блядь! Пиздец. Пидоры, блядь! Пиздец. Идите нахуй своими серверами! Fuck off! Суки! Fuck off! Брэндон! Listen me, Брэндон! I fuck you mother, father, grandsister and grandhuй, пидорас ты ебаный, блядь! Кочечный чмо, ты грэндфрэбендер, блядь, ебаный, блядь! Да пошел ты нахуй! Я русский человек, сука! В 47-х годах, сука, блядь, уголь нахуй лопатой перетаскивал! А ты эти, сука, нормальные сервера не можешь за миллиард баксов настроить! Уёбок ты тупорылый, блядь! У меня бомбит с этой хуйни, сука! Минус ПВГ. Бля, ну это реально хуйня ебаная, пошёл нахуй!